20 кустов кизила и ирис украсят вид из окон квартиры на Пионерской. Здесь проживает ветеран Великой Отечественной войны Зоя Васильевна Кузнецова. Осуществить ее мечту о цветущем палисаднике вызвались волонтеры Красногорска и Подмосковья. И не впервые приходят они на помощь бывшей фронтовой медсестре. В прошлом году мы ее поздравляли именно с днем рождения, пели под окнами 9 мая. И она обратилась с просьбой облагородить ей участочек перед ее домом, разбить клумбу. Зоя Васильевна оказалась на фронте практически ровесницей своих помощников, 17-летней девчонкой. После Великой Отечественной еще полвека трудилась в медицине, помогала всем, кому это требовалось. Не хотела оставаться в стороне и сейчас, да годы взяли свое. Я инвалид первой группы. Ноги мои отошли. Если у меня хоть чуть-чуть бы я бы ходила. У меня все вот это. Я бы, конечно, не разрешила вот так вот ребятам миленьким моим, сладеньким. Я их очень всех люблю. Я очень рада, что ко мне такое внимание. На радость Зои Васильевне цветы не только под окнами. Букет и кондитерские изделия – еще один сюрприз от красногорской молодежи. А финальный аккорд для души – выступление баяниста Александра Мысливчука из «Красногорской рок-истории».